5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки, меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Рейнджер 375. Сказать, что за название, но рейдить я уже ее рейдил. Понадобится 204, вот будет ресурсы, там пару огнестрелов вроде можно вынести. Первую фишку взорву вот здесь, вторую сразу же вот здесь. Нам надо зайти именно во внутреннюю часть этой базы. Готово. Забыл сказать в начале, что проверьте пикап. Здесь вы найдете ракетницу и два мясницких ножа. Ну, теперь по ящикам. Сначала открою более ненужные ящики. Так, тут бензин. Изолента. Хорошо. Микросхема у меня украли. Это у меня украли. Вот это. Изолента пусть будет. Дачный ключ. Здесь у нас доски, доски, доски. Хорошо. Идем дальше. Здесь дубовые доски. Хорошо. Пивасик заберу. Алкоголь крепкий заберу. Еще пиво не влезет. Ладно. Вот это реально мясо, которое мне украли. И пожалуй, пока вроде нормально так. Красный талон можно забрать. И все. Больше тут ни хрена нету. Так, кожа меня не интересует. Слитки заберу, это хорошо. Стальные пластины, железные пластины. Так, сейчас быстренько это все в байк положу и верну. Так, что тут есть? Фильтр есть, проволока пусть будет. Аминевые пластины, гвозди. Но остальное меня реально не особо интересует. Так, что-то может быть... Давайте плотную ткань заберу. Ну, пусть будет чуть-чуть, хотя кожа у меня до хрена. А больше играть-то нечего. Ладно, пусть будет кожа тогда. Здесь у нас есть что? Нету. Здесь тоже нету. Я надбил уже половину с этой штукой. Давайте ее сломаем. Пусто. И пусто. Все, можно, в принципе, спаливать отсюда. Сейчас покажу быстренько лут, который заберем с помощью двух свежих. Не особо интересно, на самом деле. Но решать вам, стоит рвать, не стоит. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.